Калифорния и близ города Валлехо борются с пожаром, охватившим заросли кустарников и приближающимся к жилым домам. Пламя пытаются залить как с земли и шлангов, так и из воздуха с вертолетов. Огнем охвачено примерно 10 акров. Помимо огненного удара стихии, власти города оценили землетрясение, произошедшее в среду. Финансовые потери составили 4 миллиарда долларов. Напомню, это землетрясение стало самым крупным в регионе с 1989 года.